Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Гречка в Кировской области продолжает дорожать. По данным Кировстата, в целом за месяц май цены на продукты снизились на 0,5%. Существенно подешевели лимоны почти на 60% после того, как они подорожали в разы. Снизилась стоимость чеснока, винограда. В то же время выросли цены на картофель на 20%, на капусту и яблоки на 10%. Продолжили дорожать крупяные изделия, больше других. Пшено на 9%, рис на 8,5%, овсяные хлопья на 6%, гречка на 5,5. Инфляция за май в регионе 0,1%, с начала года 2,5. Программа «Экономика». В налоговую снова можно попасть на прием. С 15 июня возобновляется личный прием граждан. Предварительно нужно записываться. В операционных залах необходимо находиться в масках и перчатках, соблюдать дистанцию. У посетителей будут измерять температуру. Также будут кратковременные перерывы в работе на санитарную обработку. Посетители просят отнестись к ним с пониманием. Записаться на прием в инспекцию можно на сайте налог.ру, баннер онлайн-запись на прием в налоговый орган. В инспекции напоминают, что на Комсомольской 1 по-прежнему работают боксы для корреспонденции. Выемка документов проводится 3 раза в день. Экономика на 101 FM. Обладатели патентов получат льготы. Эта мера введена законом Кировской области, одобренным в конце мая Заксобранием. Снижен на 50% потенциально возможный размер годового дохода для ИП. Льгота будет распространяться на все виды деятельности в патентной системе. Налоговая сама сделает перерасчет патента и направит новый по месту регистрации налогоплательщика. Действовать льгота будет до конца 2020 года. В Кировской области примерно 5000 ИП пользуются патентной системой. В год бюджет Кировской области получает от них порядка 100 миллионов рублей, сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы. Программа «Экономика» на 101 FM.